Всем привет! Не секрет, что сейчас во время пандемии действуют ограничения на международные авиасообщения и путешествия. В какие страны можно полететь из России на майские праздники? Давайте посмотрим, какие ограничения и дополнительные сложности могут возникнуть при путешествии из России в какую-либо страну, в том случае, если в эту страну доступ разрешен. Первое. Это ПЦР-тест до вылета в страну назначения. Второе это Пцр тест при прилете в страну назначения. Третье это необходимость заполнить анкету. Четвертое это необходимость провести какое-то время в карантине в стране назначения. Естественно, при выборе страны для путешествий на майские праздники, рассматривать страны, ограничивающие туристов по последней категории, то есть по карантину, мы не будем. И еще страны, в которые можно попасть туристу из России, можно разделить на две большие категории. Первое ⁇ это категория стран, в которую доступ туристам разрешен. Второе ⁇ это категория стран, в которую доступ разрешен, а также открыто авиасообщение. То есть в первую категорию вы можете попасть из страны, подпадающей под вторую категорию. Например, можно попасть в Черногорию через Сербию. Давайте посмотрим список стран, в которые открыто авиасообщение, можно приехать туристу и при этом не нужно проходить карантин. Отмечу, что упомяну здесь только интересные с моей точки зрения страны или в которые сам бы поехал сейчас. А весь список будет показан в таблице. Улететь на майские праздники вы сможете в Армению, Беларусь, Египет, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Сербия и Турция. Также открыты такие более экзотические для путешествия страны, как Казахстан, Тергизия, Куба, Танзания, Таджикистан, Узбекистан и Сейшельские острова. И посмотрим вторую группу стран, куда вы сможете добраться транзитом через страну из первой группы. Сейчас открыты для россиян такие страны, как Бразилия, Грузия, Мексика, США, Черногория и Хорватия. Есть еще некоторые другие страны. Полный список вы можете видеть их на экране. Но, может быть, они не такие популярные для путешествий. Что можно сказать, что сейчас, в 2021 году, в майские праздники можно уже поехать в достаточно большое количество мест, и при этом путешествие пройдет комфортно. Обязательно уточняйте точные правила въезда в тот момент, когда выбираете страну для путешествий и покупаете билет, потому что обстановка может поменяться. И чтобы не попасть на существенные переплаты или не дай бог отмену рейсов лучше все лишний раз перепроверить надеюсь это видео было полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии в какие из означенных стран вы бы хотели поехать в первую очередь пока